субботу рано утром в Ивановском районе столкнулись две иномарки. Водитель «Рено Сандеро» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с БМВ. Оба водителя – молодые люди 1987 и 1986 года рождения – скончались на месте аварии. ДТП произошло около ломов. Судя по тому, как разбросаны автомобили по трассе, удар был очень сильным.